Мокрой ноябрьской ночью Боинг эмиратских авиалиний взлетает из Домодедово. И наша группа отправляется на край земли. Нас здесь ждали в этом самолете. Лететь до края долго. 4 часа до Дубая, там промежуточная посадка, и 9,5 до Кейптауна. Так далеко мы еще не забирались. Оказавшись почти через сутки на противоположной стороне земного шара, ловишь первое ощущение – это нереально. Причем ощущение не исчезает, оно сопровождает постоянно, накрывая участников группы то попеременно, то всех вместе. Ну так было отчего. Look deep into the April face. A change has clearly taken place. Looking for the summer. The eyes take on a certain gaze and leave behind the springtime days. В Южноафриканской республике мы прожили 3 полных дня, и все они проходили по одному сценарию. Ранний подъем, дорога, впечатление, вечерний выдох. И снова ранний подъем. Первый же день – дорога наша на мыс Доброй Надежды. Это красивое имя знакомо каждому, кто хоть чуть-чуть учил в школе географию. Южная оконечность африканского континента. Там встречаются 2 океана. Это край земли, елки-палки. Край земли, дальше нету, дальше только пингвины в Антарктиде. Надо признать, что с краем земли все напутано. Фактически, Африка заканчивается мысом Игольный. Он на 100 километров восточнее и на доли градуса южнее. Но Игольному никогда не соперничать в славе со своим знаменитым соседом. Мыс Доброй Надежды овеян легендами о летучем голландце, о парусных судах, налетавших на скалы, об отважных мореплавателях, которые шли сюда в надежде отыскать морской путь из Европы в Индию. Видимо, чтобы надежда была доброй, мыс и получил свое имя, хотя португальский первооткрыватель назвал его мысом Бурь. В тот день, когда мы оказались на мысе, не было ни шторма, ни бури, просто был ветер. Обычное для этих мест дело. И обычная сила ветра – порывами до 45 метров в секунду. Надутые паруса курток, вылетевшие стекла очков, размытые изображения в объективах. Какая-то одинокая туристическая старушка при очередном порыве крепко зацепилась руками за столб указателя, резонно опасаясь, что ее сдует в океан. Мы не зря. Не зря мы здесь. Стоя на скале у маяка и вглядываясь в синюю бесконечность, мы задыхались от восторга и ветра, ощущали себя птицами, и казалось, что мы летим вместе с мысом. Туда, к Южному полюсу, навстречу пингвинам и айсбергам. Ой-ой-ой, как же это Васко да Гама сюда швартовался-то? К этим скалам он не швартовался, успокоила гид. Но мы все равно представляли события 500-летней давности и вспоминали бедного Ваську, который первым из европейцев, обогнув мыс, дошел до Индии. Здесь, на краю земли, удивительная энергетика. Ветер, простор, свобода. Ты словно противостоишь стихии, и она заставляет тебя быть сильным. Ценности обнаруживают свой буквальный смысл. Здесь рука и плечо товарища держат и спасают тебя вовсе не метафорически. Жизнь на ветру диктует свои правила. Когда все вместе фотографировались на мысе, почему-то особенно остро захотелось развернуть флаг НЛ. Флага не оказалось, его заменили большим шарфом. Неважно, покоряя легендарный мыс, мы были под одним флагом и чувствовали себя командой. Второй день в Кейптауне готовил еще одно приключение.
которая без сомнения попадала в разряд нереальных. Выехав из отеля в 5 утра, мы отправились навстречу солнцу и наблюдали фантастические картины. Горы, спящие в белой пене облаков, а под обрывом серпантина – океан, который менял свой цвет от ярко-синего до прозрачно-лазурного. Прибыли на берег, разделились на две группы, и катера помчали нас к горизонту, туда, где живут самые опасные хищники – большие белые акулы. Катер летел навстречу волне, взмывал вверх и резко падал вниз. Невероятная качка, соленые брызги, сильный ветер и риск выпасть за борт. Веселье поутихло. Мы держались друг за друга и старательно вглядывались в океан. Когда же появится зловещий плавник? Господи, куда же нас несет, да, мамочки мои? Наконец катер остановился. Температура воды 14 градусов. За бортом клетка, в которую спустятся смельчаки, желающие увидеть акулу в родной стихии. Люди в клетке, хищник на свободе. Вот такой зоопарк наоборот. Главный пункт инструктажа один. Руки-ноги из клетки не высовывать, иначе капитан вытащит за шиворот. Ну, если успеет. Начали приманивать акулу. Все это напоминало рыбалку великана. Вместо лески – канат, вместо наживки – голова большого тунца, а поплавок – пенопластовый морской котик. Вдруг, словно ниоткуда, возникла темная тень длиной 4 метра. Обнажила зубастую пасть и опять исчезла в бездне. Ах, выдохнул весь катер. Одни рванули к борту, другие отпрянули назад. Но самые сильные впечатления, конечно, достались тем, кто был под водой. Здесь время словно остановилось, и в этой бесконечности гигантские опасные рыбы выписывали вокруг нас пируэты и вызывали смешанные чувства, тревоги, восхищения и нереальности. За 3 часа, проведенных на этом странном сафари, мы уже попривыкли к хищникам и даже стали их различать. Вокруг катера кружило несколько акул, а напоследок одна из них взлетела над водой и откусила наживку вместе с поплавком. Браво! А на островке Дуикер-Айленд, оказалось, живет колония морских котиков. Их здесь около 3000. Живут гаремом. На одного самца приходится 15 самок. Самцам, судя по всему, приходится непросто. Поэтому за брачный период они теряют до 50% веса. Ну а после рождения малыша мать занимается воспитанием, а отец уплывает нагуливать потерянный вес. Вот так оно принято у котиков. Следующее наше свидание, не удивляйтесь, с африканскими пингвинами. Да-да, именно так. Они значительно меньше своих королевских антарктических собратьев, ростом всего 40 сантиметров. Но наблюдать за этими забавными нелетающими птицами – огромное удовольствие. Они парочками греются на солнце, охраняют свою половинку, целуются, роют норки в песке, пробуют температуру воды, ныряют. В общем, живут какой-то своей размеренной и привычной жизнью. Главным же продолжением океанского сафари стало посещение бухты города Херманус. Это лучшее в мире место для наблюдения за китами. Здесь собираются туристы со всего мира. Именно сюда, ведомые своими древними инстинктами, приплывают киты-бородавочники, чтобы знакомиться, устраивать брачные игры. Здесь же они производят на свет детенышей. Этих китов
относят к семейству южных правильных, а названы так за свой характер. Они доверчивы, близко подходят к судну, что раньше делало их легкой добычей для китобоев. Наше любопытство было вознаграждено, когда рядом с бортом, словно подводная лодка, поднялась из глубины огромная китовая спина. Средний вес взрослого кита – 45 тонн, а детеныши рождаются небольшими, всего-то тонн 5. К нам приплыла самка с китенком, что, по словам капитана, редкость, так что нам повезло. Киты действительно оказались правильными. Они показывали хвосты, пускали фонтаны, громко вздыхали, подплывая к судну то слева, то справа. Они словно заигрывали с нами, явно проявляя интерес к кораблю. И было непонятно, кто за кем наблюдает, мы за китами или они за нами. Путешествуя между китами, пингвинами и котиками, мы еще заезжали на небольшую ферму, где выращивают виноград и делают знаменитое южноафриканское вино. Мы обедали в маленьких ресторанчиках на берегу океана, где привычное вновь оказывалось нереально. Если вы думаете, что знаете вкус кальмаров, не обольщайтесь, мы тоже так думали. Что это, кальмары? Но это же ни на что не похоже, вкусно необыкновенно. Так они просто только что выловлены. Вот так. Несколько лет назад BBC проводила массовый опрос на тему 50 мест, которые надо посетить за свою жизнь. Кейптаун занял в этом списке 5-е место, оставив позади даже Париж. Подтверждаем, как очевидцы, это удивительное место. Город-мыс, раскинувшийся на берегу океана, окруженный горами и продуваемый со всех сторон ветром. В Кейптауне очень зелено и чисто. Здесь не принято мусорить на улице. А поддерживать порядок помогает еще и ветер. Его даже называют Кейп-доктор. На улицах можно встретить много спортивных бегающих людей. То ли за энергетикой, то ли из-за уровня жизни, но сюда, в Южную Африку, приезжают жить в старости пенсионеры из Европы. В ЮАР 11 официальных языков, один из которых, африканс, оказался неожиданно узнаваемым. Наш водитель не сразу понял реакцию странных русских, когда пожелал нам доброго утра. «Хуемора, господа!» А пожелание доброй ночи не посмеем здесь привести, ибо для русского уха оно звучит и вовсе неприлично. Но мы несколько дней плотно общались между собой на местном диалекте, благо россиян, кроме нас, в отеле не было. Еще одно нереальное впечатление – столовая гора. Она действительно напоминает стол, абсолютно плоская. Гора уникальна. Идут разговоры о том, чтобы включить ее в список нерукотворных чудес света. Взлетаешь на фуникулере вверх и оказываешься на смотровой площадке, с которой виден весь Кейптаун, уплывающий в океан. Город-порт, город-мыс, город-чудо. Здесь обязательно нужно побывать, и сюда хочется вернуться. В путешествиях происходит удивительная вещь, когда время начинает деформироваться. Трое суток, что мы были в ЮАР, состояли уж точно не из 24 часов. Слишком много впечатлений уместилось. И одновременно нам казалось, что в Южную Африку мы заглянули буквально на минуту. Сколько здесь еще не увиденного и не отсмотренного. Но это в другой раз. А сейчас дорога наша на маленький остров в Индийском океане. Мы летим на Маврикий. Отель «Парадис Гольф энд Спа» раскинул свои многочисленные бунгало прямо на побережье.
Ты выходишь из номера и сразу же утопаешь в белоснежном коралловом песке. Океан здесь удивительно чистый и какой-то ласковый. Мы были единодушны. Маврики – настоящий рай для безмятежного отдыха, за которым, собственно, сюда и прилетела группа российских бизнесменов, чтобы отдохнуть неторопливо и размеренно, валяясь на песке и наслаждаясь волной, наблюдая через маски обитателей глубин и плавая вместе с дельфинами. Каждый наш день начинался на пляже, и местные торговцы быстро сообразили, что в их бизнесе наступил звездный час. Просто надо проявить инициативу. Стоило нам только появиться на пляже, они начинали охоту. Жемчуг, кораллы, шелк, ракушки. И главное, good price, мадам, good price. Попытки распрощаться до завтра результата не давали. Через полчаса они вновь возникали из ниоткуда и объявляли, что tomorrow уже наступило. Темнеет на Маврике рано, и вечерами мы вспоминали уроки астрономии, когда, лежа в шезлонгах на берегу, угадывали среди множества созвездий Южный Крест и торжественно обещали друг другу сегодня же заглянуть в ноутбук, чтобы изучить таки карту Южного Неба. Ужинали всей командой, весело и шумно, даже пели с местным джаз-бендом. С удовольствием коллекционировали гастрономические впечатления, впервые пробовали морских ежей, восторгались вкусом экзотических блюд, а шеф-повара местных ресторанов старались превзойти самих себя, чтобы порадовать эту ни на кого не похожую группу. Это 24-е блюдо по счету. Кстати, по прибытии на остров нами был сразу же установлен своеобразный рекорд. За всю историю Маврикии мы оказались самой многочисленной группой российских туристов. А как выяснилось чуть позже, этот рекорд был не единственный. I owe my suit to the company store. Буквально на второй день пребывания на Маврикии мы заставили весь отель говорить о русских в уважительно удивленном тоне. Дело в том, что ранним утром мужчины и Нель отправились на морскую рыбалку. Рыбалка была успешной и для жителей северных широт экзотичной. Тунец, барракуда, дорадо. Но оказалось, что все эти рыбки были только прелюдией для настоящего трофея. Команда во главе с президентом НЛ поймала голубого марлина весом более 200 килограммов. Голубой марлин – та самая рыба, что прославлена Хемингуэем в повести «Старик и море». Она занимает второе место в рейтинге самых быстрых рыб планеты. Одним словом, это была добыча настоящих рыбаков. И такого улова на побережье не помнят много лет. Уже через полчаса после возвращения счастливцев на берег новость про биг марлины Раша облетела округу и взбудоражила окрестных рыбаков. Владельцы катеров активно презентовали наш улов. На марлине сделали надпись «NL International» и разрешили всем желающим фотографироваться с ним на память. Организаторы рыбалки взвинтили цены, спрос повысился, а фразу «Мы поймали вот такого марлина»
с гордостью повторяли все участники нашей команды, даже те, кто проспал в то утро почти до обеда. Мы поймали, мы плавали, мы погружались и восходили. Все это делали мы. Путешествуя по земному шару и впитывая энергию мест, где посчастливилось оказаться, очень остро понимаешь, важно, с кем ты делишь эту радость. Впечатления становятся по-настоящему необыкновенными, когда энергия места помножена на энергию команды. Фотографии того самого Марлина появились в социальных сетях в тот же день. Вообще, отчеты о путешествии отправлялись в Россию исправно, по интернету, через СМС, потому что там, в другом полушарии, остались друзья и партнеры, которые рады за своего лидера, ждут его возвращения и мечтают в следующий раз отправиться в путешествие вместе. Там, в дальних странах, мы чувствовали себя делегатами от огромной команды НЛ. На финальном гала-ужине мы делились самыми сильными впечатлениями, наслаждались последними минутами отдыха, благодарили компанию за этот подарок. А еще практически все говорили, как же это здорово, что совсем скоро вернешься в Россию к своей команде и будешь делать все, чтобы возможность таких нереальных путешествий становилась реальностью для многих наших людей.